Всем привет! Сегодня 4 апреля. Вот отсадил всех птенцов. Вчера приезжала женщина, двух зелененьких забрал. Вот остальные все здесь. Переехали они у меня сейчас. Всех рассадил, отсадил. Сейчас вот прибрал, чуть-чуть кушают они. Закрою так, чтобы удобнее. Взяла женщину двоих, там посадила с попугаями, потом ставлю. Не знаю, что у него получится, говорит, вроде нормально не гоняет друг друга. Всех здоровенькие. Переехали нормально все. Вроде стресса никакого не было у них. Это у нас мальки здесь все, зелененькие, желтенькие. Вон взрослые. Рассадил их сейчас попарность. Вроде успокоились, там опять в гнезда полезли. Яйцо идет, пророс. Эти маленькие прям как с головного края. Насыпал треску. Да у меня самцы отсадил. Вот желтенького, которого я поменялся на черную головую самку. Какой-то он больной, весь трясется, я не знаю, что с ним делать. Сразу не посмотрел, блин. Но он мне изначально что-то не особо нравился. Думал, вроде это стресс, туда-сюда, он нифига, он, видать, больной какой-то. Вот так вот, когда меняешься, лучше проверять хорошо. Он мои какие все, у них перо приложено, а это весь напыжено. Постоянно трясется, непонятно, что с ним. Мне кажется, старого какого-то подсунули. Хотя он сказал 20-го года, то ну уже не знаю, что делать. Его пропоил там, прокапал. Вроде оклемался, вообще, блин, трёсся, как не знаю кто. Постоянно нахохленно сидел. Больше меняться не буду ни с кем. Лучше куплюсь и все, выберу какого надо. Краснички там сидят. На улице что у нас творится? На улице весна. 6 градусов. На улице весна у нас, он все тает. А у нас тут птички все. Должны размножаться уже. У нас тут 23 градуса. Вот
6 домиков повесил. 3 здесь, 3 там. Потом еще хочу одну такую же клетку сделать. Вольерку. Время будет, сделаем. Самку все еще для синего самца. Никак не могу найти. Едят все подряд. Желтые вроде уже снесли опять яйца. При перевезке там были птенцы, в общем, не стали они кормить, бросили. Ну, сейчас вот тревожить не буду, вот они все у меня тут. Отдельно в комнатке постоянно сидят. Думаю, сейчас пойдет дело у нас. Там мужик еще один хотел вроде всех забрать у меня стул. Вот еще два птенца зеленых поедут в ту. Забирают их. Сейчас запаковываю. Вон один, второй кушает. Уже банда осталась поменьше. Ладно, все, вот так вот упаковал, сейчас до конца все сделаю. Все, поехали в ту. Что у меня там не получается приехать или это, не знаю. Заберут скоро всех. Будет тишина у меня. Ну ладно, оставлю себе парочку. Самечек тоже уже готовый на гонесан. Поехало все, если не продам, куплю себе самочку, посажу. Вон еще один самец долин будет, почти долинял. Но это все мои у меня родственники. Так что либо покупать, либо поменять. Но он уже наменял. Вон как он нахохленный. Хоть трястись перестал. Он прям колбасил. Хоть весь горбатый. Непонятно. У меня вон какие они. Стройные. Все перо падает. И это. Смотришь. Птенцы вот хорошо едят какой-то этот желтый яичный, яйца и все подряд. Растут такие упитанные.
уже некоторые из них начинают там певать, такие прыгать. Скоро, я думаю, можно будет определить, кто там кто. Едят все подряд, кому чем нравится, там поклевали, тут тросточки вот эти. Сейчас пойдут одуванчики, это их любимая еда прям. Вот так вот растем потихоньку. Ну все, всем пока.